Этот год был полон слов, но если подытожить, это были просто слова или что-то больше. Они заставляли ликовать и сокрушаться. Вспомни хоккей с канадцами, Кубок Конфедерации, Спартак чемпион в 2017-м. Многие слова не остались без резонанса там. Винят актрисы, продюсеров в харассменте, шокируют признания в новостной ленте. Матильда разожгла дебаты и много внимания было к интервью Дудя и митингам Навального. В том, что появилась претендентка, ничего странного. Каталония стремится в список новых стран, ага. Слова могли ранить панчем похоронным. Дизастер versus Окси versus Гнойный. Обещал Макгрегор врезать, но врезал Мейвезер. Слова не просто слова, если в них много веса. Это слова поддержки тому, кто под арестом. Это соболезнование, но бесполезно. Только пусто на земле сейчас без тебя. А ты летишь, и тебе дарят звезды. Были страшные запросы в поисковике. Что произошло? С кем? Слова вводили в ступор, ну как в Москве прям. Но машины и людей ветер валит деревья. Слова рождали споры, взгляд на вещи разный. Революции 100 лет, траур или праздник. Недоумевали все от слов и их значений. Майнинг биткоинов, внедрение блокчейна. Слова рождали любопытство, все переспросили, услышав про завершение миссии Кассини. Видел лунное затмение, ну так, не полностью. Смотрел «Игру престолов» и «Время первых». Что-что, прости? Слова улыбали, было много стебного. Сказочные бали. Маликов стал блогером в кинотеатрах «Ла-Ла Ленд», на ютубе «Ленинград». Эй, четвероногий френд, это фиаско, брат. Мы напевали «Деспасито» и «Shape of You». Можешь не петь сейчас «Спасибо», я сам спою. Мы напевали «Яхта Парус» и «Ялта Август». На фестивале молодежи все понавлюблялись. Слово «Мир изменит», слово «Не воробей». Make our planet great again. Вот-вот, благодаря десяткам слов мы помним этот год. Люди искали их, и между ними таял лед. Да, целый год искали.